После 10 лет принято принципиальное решение о том, что синхронизация будет осуществляться через Польшу. Для осуществления этого решения сегодня достаточно иметь ту смычку, которая у нас есть. Первую – Litpollink. Вопрос о второй смычке может решаться в будущем, если у кого-то это вызывает обеспокоенность в плане возможной безопасности. Осталось подписать политический меморандум, сказал Саулюс Сквернярис агентству BNS. По его словам, политический меморандум будет подписан в июне. Напомним, полностью отключиться от российской системы планируется к 2025 году.